Компания «Одинкорм» на протяжении 5 лет занималась обеспечением сельхозтоваропроизводителей кормами и добавками для животных. За время работы организация завоевала доверие большого количества предприятий Удмуртии и ближайших регионов. Следующий шаг развития бизнеса – запуск производства. Так как рапс широко распространен в Удмуртии, выбор пал именно на завод по переработке семян рапса и производству из него масла, жмыха и белковых ферментированных добавок. При подготовке к запуску была выбрана технология двухступенчатого прессования. Сначала отжимается масло из семян рапса, потом жмых экструдируется и еще раз отжимается. Таким образом, продукт получается высокопротеиновый, с низким содержанием жира и клетчатки, а экструдирование увеличивает доступность белка. В сыродавленной продукции из рапса содержание витаминов, жирных кислот и полезных аминокислот всегда намного выше, чем при химической или тепловой обработке. Для контроля качества на производстве оборудована собственная лаборатория для проведения анализа входящего сырья и готовой продукции. В числе оборудования лаборатории – современный анализатор «Инфраскан», который может провести анализы рапса, масла и жмыха на основные показатели. Сейчас уже запущены 2 линии. Каждая способна перерабатывать 7000 тонн рапса в год. В планах увеличить мощность в 2 раза. Дальнейшее развитие предусматривает более глубокую переработку рапса для получения лецитина, белковых ферментированных добавок и рафинированного рапсового масла.